В Мурманск пришло лето, значит, самое время заняться озеленением города. Чтобы поощрить садоводов-любителей, стартовал ежегодный конкурс «Мой зеленый город, мой уютный дом». Жители областного центра соревнуются в благоустройстве дворов и прилегающих территорий. Детский сад номер 151 города Мурманска стал одним из участников конкурса «Мой зеленый город, мой уютный дом». На территории учреждения построили пруд с лягушками, установили клумбы. Помимо привычных многолетних цветов, здесь теперь растут нетипичные для севера тюльпаны и нарциссы. Садоводы рассчитывают, что растения будут радовать коллектив и воспитанников каждую весну. Прошлый год мы свозили растения практически со всей России. То есть педагоги привозили из Ярославля, Зеленоборского, с Вологды. То есть вот рассаживали, высаживали растения многолетние. Конечно, они у нас очень хорошо пережили зиму и, в общем-то, взошли, и вся красота будет уже, наверное, к середине лета. В посадке растений принимали участие не только сотрудники детского сада, но и дети, и даже их родители. Этот конкурс проходит в четырех номинациях. Одна номинация называется «На лучший зеленый дворик придомовой территории». Очень интересная номинация «На лучшее оформление клумбы цветника». И традиционная номинация, которая пользуется большим спросом, это конкурс на озеленение территории образовательных организаций и конкурс на озеленение территории промышленных предприятий. Вот. И мы приглашаем всех мурманчан поучаствовать в этом конкурсе. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте администрации Мурманска до 17 июля.